Ребята, всем привет! Вы на канале Страна Игрляндия. Играем в Бравл Старс. И у меня будет марафон. Для вас в этом видео пройдут минуты, а для меня, скорее всего, несколько дней. Хочу преодолеть планку в 20 тысяч, и мне не хватает 600 кубков. Как вы видите, успело прилететь обновление к Хэллоуину. Конечно же, как обновление без подарков? Такого быть не может. 217 золота лишними быть не могут. И это еще не все. Есть еще кое-что бесплатное. Сейчас посмотрим. Вау, вот это круто. Легендарная звезда – это всегда что-нибудь хорошее. Звездная сила для грома. Хочу поучаствовать в специальном эвенте. Поехали! Мне кажется, что подбор как-то подзатянулся. Ребята, в тот день я так нормально поиграть и не смог. Кубки я немножко подфармил, и мне остается 150 кубков до 20 тысяч. А также подогнал квесты, чтобы в скорости забрать еще одного бравлера, Биби. Старался играть так, чтобы выполнять квесты по максимуму. И вот он тот момент, когда остается всего 2 кубка до 20 тысяч. Матч перед этим пришлось специально не выигрывать, а занимать второе место, чтобы не набрать 20 тысяч кубков, ведь тогда я не записывал игру. В этот раз достаточно третьего места, так что я особо не волнуюсь. У соперника дальность стрельбы больше, нежели у меня. Особо в бой рваться не буду. Ну что, осталось подождать слива еще одной команды. А вот этого я никак не ожидал. Ну и ладно, мне и второго места достаточно. Есть долгожданные 20 тысяч кубков. Я думаю, что это видео заслужило лайк, и можете меня поздравить в комментариях. Вот это круто! Биби оказывается 14-й эпик, и у меня все эпики собраны. И кого же я буду забирать следующим? А следующим героем, которого я заберу, будет Виллоу, как раз к Хэллоуину. Хотя нет, к Хэллоуину я ее забрать не успею. На этом буду заканчивать. Всем пока и до новых встреч.